Ваня, привет. Здорово. Как твоя жизнь, дела? Давно не виделись. А, все так же пьянствую и употребляю разные другие вещи, нехорошие. Какие-то еще другие вещи? Салюху. Салюху хуяришь? Да ты ебанулся. Ну, не часто. Вот Ваня — это яркий представитель орловской молодежи. Вот, блин, человек радуется жизни, блин. Его вообще не ебет ничего. Ты где, кстати, на выборах работал? Мне сказали, в штабе Собчак. Я работал с Собчак на выборах, а наблюдателем я был от Явлинского. Нихера себе, а как так-то? Ты сразу за все партии душой болеешь. Типа, два дружественных штаба, считается. На моем от Собчак уже был наблюдатель, поэтому от Явлинского пошел. Вот у нас молодежь, блядь. А вот тут люди там в сети, я смотрю, орут там, блин. Не голосуйте за Путина, голосуйте за Навального, голосуйте. Там, блядь, вообще банальщина полнейшая, да. Все проплачено нахуй. Или ну, как? Зато жесть была. Я, короче, с выездной урной покатался. И чё? Ну, знаешь, что нужно там, кто бабки ходить не могут. То есть вообще такие по поехавшим, короче. Ну-ну-ну. Другая, одна бабка зашла, она, короче, ныть начала просто ни с того ни с сего, блядь. Сидит и ноет, а у нее болезнь Паркинсона. Ну-да. У нее муж ее рукой ее за нее расписывался. Конечно же, за Путина. Да? Ага. Хереть. Ну, вся выездная урна за Путина. Ну, а что там, вбросы какие там или что, жопа какая-то? Мне, в принципе, это не интересно, наверное, народу интересно. То есть, смотри, там какие-то вбросы, блядь, хуёсы, блядь. Вбрасывают обычно вообще в деревнях, там, Ценский, Ливны, Хуивны, в городе обычно все спокойно. А, это чисто потому, что там как, блядь, председатель решил, так и будет, типа того, да? Ну да. Ну, у них там нормально все шло, видимо, не было необходимости что-то делать. Ага. То есть они честно выиграли выборы? Ну, на моем участке могу сказать, что нарушений не было. Ага. А за Собчак вообще в Орле много голосовало народу? Опять же, по моему участку у нас было больше испорченных бюллетеней, чем, блядь, проголосовало за Собчак. Почему? Вот так вот по количеству. Все писали там, пизда головная. А, короче, мне понравился один бюллетень. Короче, при подсчете, ну, смотрим, какие там, ну, что там, можно считать, что нет. Короче, клеточка за Жириновского, маленькими буквами в ней вписано хуй. Это засчиталось. Да? Да. Ни хрена себе. Ну, за клетку ничего не вылезло, все там. Если в клеточке можно там написать там слово, то это засчитывается, да, типа. Охереть, блин. Ну, а сколько тебе платили за работу в штабе Собчак? А мне... А, за Собчак? Ну, там у нас отдельная была работа. В основном за мероприятие. Слушай, это не ты звонил Витару Мбозе из штаба Собчак? Нет. Нет? Ему звонили, короче, с просьбой пропиарить ее. 50 тысяч предлагали, мы отказались. Зря, а что так? Ну, хуй его знает, блядь. Думаю, нарушим, блядь, политический резонанс в городе Орле, блин. Не, нормальный был бы ход. Да? Блядь, ты считаешь, что было бы нормально, да? Но представляешь, Витар Эмбозо, типа, блядь, пиарит Ксению Собчак. Это ж дикость вообще. Ну, Витар же нравится Дом 2. Ну, я не знаю, что ему там нравится. Ему нравится Ксения Собчак, он сказал. Просто как женщина. Она, кстати, чем старше, становится симпатичнее. Да, она все больше делает пластических операций.